многие из тех, кто смотрит это видео, наверняка знают о существовании Коростышевского карьера, что в Житомирской области. Некогда дикое место сегодня пользуется огромной популярностью. Летом на его скалистых берегах крайне сложно отыскать себе место для отдыха. Однако, не все знают о другом, не менее живописном карьере, который находится всего в часе езды от Киева. Приветствую вас, друзья! С вами Вадим Вайтуэй, и сегодня мы проведем для вас небольшую экскурсию по карьеру «Высокий камень». Помимо этого карьера, в Житомирской области, буквально в радиусе 20 километров, находится еще несколько подобных карьеров. Здесь мы можем наблюдать очень много кемперов, которые приезжают сюда с палатками и отдыхают здесь по несколько дней. Как по мне, было бы неплохо оборудовать такие места специально для удобства кемперов. Путь к карьеру довольно прост. Вам не нужен джип с большим клиренсом, чтобы проехать сюда. Всего в 4 километрах от Житомирской трассы вас встретит лес, за которым и находится сам карьер. Уже на этих кадрах с воздуха вы можете понять, что это тоже весьма популярное место. Мест, чтобы поставить палатку, тут хватает. Озеро может заменить вам душ. С пауэрбэнком можно протянуть несколько дней. Тем более, что интернет тут не ловит, и к телефону вы будете притрагиваться редко. А вот отсутствие туалетов слегка усложняет ситуацию. При таком количестве отдыхающих это весьма актуальный вопрос. Например, на берегу реки Тетерев, за самим селом с одноименным названием Высокий камень, есть зона для кемперов, в которой даже есть оборудованные туалеты. Вода в озере достаточно прохладная, но в жаркий день самое то. Есть несколько удобных мест для того, чтобы войти в воду. Это можно сделать, просто опустившись по камням или по лестнице, которую построили туристы. Есть также небольшой пляж с удобным доступом к воде. Ну и те, кто любит более экстремальный отдых, могут прыгнуть в озеро со скалы. Однако, я рекомендовал бы вам для начала изучить дно перед такими прыжками. И еще, будьте готовы к тому, что на озере не всегда может царить идеальная тишина. Буквально через 20 метров от озера атмосфера отдыха заканчивается, и мы можем наблюдать, как кипит работа. А если мы повернемся в противоположную сторону, буквально 200 метров от озера, там находится еще действующий карьер. И, скорее всего, через несколько лет он станет еще одним местом притяжения для туристов. Конечно, любители промышленного туризма смогут оценить данное место. Это Новогородецкий карьер. Именно тут происходит переработка гранита. На этих кадрах вы как раз можете посмотреть, как происходит процесс дробления гранита на щебень, гранитный отсев или просто бутовый камень. Совсем рядом производство постепенно смешивается с природой. Недалеко от самого карьера есть очень интересная болотистая местность с небольшими озерцами, недалеко от которых в скором времени можно будет отдохнуть в беседках, которые там сейчас строят. Возможно, кто-то захочет приехать сюда на рыбалку. Рыбу в этих водоемах мы заметили. И уже за лесом открывается вид на еще один рабочий карьер, дно которого завалено огромными камнями, среди которых кипит работа под жарким, изнурительным солнцем. Карьер, который сейчас из себя представляет озеро, раньше выглядел именно так. Если во время добычи камня воду откачивают, то по завершению этого процесса карьеры чаще всего просто затапливают. И как вы можете понять по такому примеру, глубина тут весьма приличная, однако могут быть весьма неожиданные перепады, поэтому будьте осторожны с прыжками в воду. Помимо простых отдыхающих, здесь также очень много спортсменов, велосипедистов, пловцов и даже бегунов. Как раз только что закончились соревнования по бегу, и в данный момент идет награждение. Сама местность способствует спортивным занятиям. В лесу очень много тропинок, по которым можно как ездить на велосипеде, так и бегать. На самом озере отдыхают спортивные команды. Это можно понять по флагам, которые они устанавливают в своем лагере. Хочется также отметить, что на озере достаточно чисто, хоть и есть те, кто забывает вывозить мусор.
Надеюсь, что данная мини-экскурсия была интересна и, может быть, даже полезна для вас, и однажды вы посетите это место. Для тех, кто попал на канал впервые, советую подписаться. Скоро у нас выйдут видео из очень интересных мест Украины. Например, ближайшее видео будет из поселка Седнев. Мы сняли для вас старинную деревянную георгиевскую церковь, в которой снимали фильм «Вий». Также покажем красивые природные и архитектурные места. Напишите, если вы узнали какие-то из них по этим кадрам. Спасибо за ваши рекомендации о местах, которые стоит посетить и снять. Спасибо за просмотр этого видео. С вами был Вадим Вайтувей. Всем пока!